в начале нашей программы о приятном и знаковом событии. Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум педагогам Владимирской области за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение президент подписал 1 февраля. Благодарность главы государства объявлена педагогу русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 города Мурма Наталье Морозовой.